Ну что, вот она первая игра на сегодня. И мы с вами готовы смотреть за всем тем, что будет происходить на Summoner's Rift. Итак, разбрасываем наших чемпионов и, собственно, смотрим на первые закупы. Так, ну у нас Джакс на топе стоит против Джесси, да? Да-да-да, именно так. Ну, с топом, в принципе, все понятно. На бот будет интересно посмотреть. Вот встречается Вейн с Хекаримом. Да, и сразу видно, насколько синхронно действует. Трэш ловит замечательно Хеку. Будет стан? Нет, не будет стана. Лисин попадает кушкой, врывается. Это ФБ, забирает его ксерат. Вот так вот у нас начинается игра. Я в шоке. Да, игра в шоке, но я хотел сразу отметить, насколько синхронно начинает команда Mousesport, да, то есть все вместе одновременно делают закупы и бегут к центру, в то время как только Хикарим с Джейсом подтягиваются также к центру карты, а там Кейтлин, Леона и где-то там Мари еще далеко-далеко позади. Явно не ожидали такого начала игроки команды, германской команды Бургер сокращенно. Но вот смотри, готовятся они походу воровать, стилить синий баф. Да, могут быть проблемы у Кикиса. Он будет забирать себе своих волков, поможет ему в этом его мидер, дабы получить дополнительную экспу, лучше себя чувствовать на лайне, и если побежит через синий баф, оплатится, скорее всего, за это жизнью. Тем временем Вейн с Трэшом забирают големов, будут получать дополнительную экспу. Ну и вот момент истины, Кикис заходит в буш, его видят, но ничего с ним не делают, это сильная такая ошибка, подходит Леона. Так, готовится. Ну, как-то команда не готова, что ли, было встречать Кикиса. Кружилась там в кустах, никто не ждал. На самом деле, вард стоит таким образом, что там и не видно, когда Кикис заходил, собственно, в кустики. Поэтому проморгали этот момент и упустили потенциальный килл. На топе Джакс сразу же врывается в своего оппонента и сносит ему очень много жизней. Агрессивное такое начало, и явно Мауза настроены на то, чтобы затаскивать игру, возможно, даже до 20 минуты. Все возможно, все возможно. На боте агрессивно играет Вейн против Кейтлин. Ну, это естественно, не было Леона, Леона там с синим бафом веселилась. Выигрывает она по XP. На миде проблема у Ари. Ксерат как-то ее довольно сильно прессингует. Мне кажется, что проблемы тут практически на всех линиях. Если так глобально взглянуть на карту, видим, что пуш идет по всем фронтам. И игроки, выступающие за... У меня на карте красным цветом, и так что я буду так говорить. Заходит Хикарим на топ, нету варда у Кикиса, будет ганг, заходит Хикарим, начинает ускоряться, перепрыгивает Кикис его, и что пытался сделать Хикарим, непонятно. Начинает драться Кикис 1 в 2, мало хп у Джесси, он куда-то побежал в куст, непонятно зачем, ну и вот так они расходятся. Ну что ж, видно по игре, что немного не хватает опыта команды, против которой играет Мауза, и вот... Ловит на боте трэш Кейтлин, но как-то не было продолжения. На топе Хикарим с Джейсом пытаются что-то сделать. Кикис начинает драться с двумя одновременно, прожимает игнайт. Какой-то странный флеш был. Вот Джейси пытался надкинуть Кикиса, но не тут-то было. Кикис забирает Хикарима и начинают драться. И это даблкил. Один в двоих. Кикис разбирает двоих игроков немецкой команды. Да, я думаю, они там слегка в шоке. Вроде столько урона уже всадили в этого Джакса, но он просто отказывается умирать. На боте отлично отыгрывает трэш, это будет килл 100%. Да, Леона умрет, прожимает экзост. Да, и под экзостом Вейна ее убивает. Было там очень мало хп, спокойно отходит фушерп. И... 4-0 уже счет, да, видим, что Шук в лесу чужом уже там полностью... расхаживает, как у себя дома. Есть дабл баф у Джакса, дабл баф у Лисина. Только что, правда, красный спал. И вот еще Ксерат делает килл.
забирает. На боте невероятные вещи делает трэш, он там с флеша просто входит в эту Кейтлин. Да, саппорт просто разносит адакерри. Я думаю, очень интересно мы сейчас увидим в этой игре. Ну, ну что ж. Если команда из Германии под сокращенным названием Бургер не распадется после этого турнира, то для них это будет хороший опыт. И на топе Джакс опять же агрессивно врывается. Если не распадется после этого турнира, ох, плохо, Женя. То они, думаю, сильнее начнут играть в ранке так. Но тем не менее, Джакс там проседает. Джейс проседает и вынужден стоять просто под своей башней и ждать, когда подойдут крипы. Тут еще Хикарим опять крутится, но что-то мне подсказывает, что с двумя бафами Джакс их там раскромсает просто в считанные секунды. Леона ворвалась на боте В, нанесли они немножко дэмэджа, пытается все-таки что-то делать. Вот проблема у Ари, потому что 6-й левел Сират, идет полный прокаст, и Ари, естественно, будет мертва. Да, убивает Эксерат. Сейчас становится 6-0 на 6-й минуте 17-й секунде. И как-то много киллов мы видим. Подходит Хикарим. На боте тем временем трэш врывается, Кейтлин забирает Вейн, и Леона не успела никоим образом помешать этому убийству. Тут еще, не знаю, я просто смотрю на Шука, и он просто... На миде там тоже веселятся, развлекают, да, Хикарима. Да. То есть просто в наглую ходит по чужому лесу и там все фармит. Еще такими темпами пару минут, и разница в левелах будет просто колоссальная. Да, вот пингуют, кстати, на Лисина, их желание у Джесси появилось что-то ему сделать, но как ты видишь, Джесси меньше левелом, и я не могу понять, почему Шук не дерется, он, наверное, думает, что кто-то есть рядом, он бы убил этого Джесси. Вполне возможно, Хикарим от отчаяния бежит в чужой лес, хоть бы что-то подфармить себе, больше ему ничего не остается делать. А на боте идет суровый просто трэш, врывается Леона, и ультует трэш, да, это будет килл или нет, да, догоняет шарп, но умрет, вот чуть было не наступил на этот капкан, но успел все-таки он отойти, еще один килл. Хорошо отыгрывает шарп, очень хорошо сыграл он, что ж делают, два килла, но Хикарим не дремлет, 4-й левел Хикарим хочет убить Вейн, но Вейн в принципе уже откатился ее кондемн. То есть сможет она его откинуть в сторону. Я думаю, они его убьют, а это 100%. Смотри, трэш сейчас будет притягивать. Или не будет. А, у него не хватает МП, но мертвый Хикарим. Если Вейн... Как-то Вейн странно пошла. Зачем он это сделал? Ари забегает там с тылу, но Вейн уже убежала на безопасное расстояние. Так что Ари придется сражаться одной. Я боюсь, Ари что тоже, сейчас... кстати, 5-й левел, и отличный стан идет от Вейн, умирает Ари, прожимает, кстати, свой игнайт, так что игнайта у нее теперь не будет на миде. 10-0. Да, это суровый просто разрыв, колоссальный. И что-либо другого вряд ли кто-то ожидал, как от зрителей, так и от самих игроков. Недолго осталось жить башни на боте, и, собственно, на миде также. Уже Супа Хотфайр вносит весь урон, который он может нанести по башне. И совсем чуть-чуть ему не хватает долмать. Но я думаю, со следующим пушем он это дело доведет до своего конца. Интересный закуп от трэша. Берет он себе стингер. Трэш, да, видимо, он понял, что кина не будет. На миде там идет прокаст. У Ари мало у нее хп довольно. Через сколько... Кстати, слыша заберет? Да! Я вот подумал, я бы прыгал слыша. Молодец, Эксерат забирает у Ари в очередной раз. Да, все очень плохо для команды. Разница-то уже почти в два раза превышает по голде. Таким образом, где-то 7300. На это даже 10-й минуты еще нету на экране. То есть... Все уже, наверное, прекрасно понимают, чем завершится эта игра. I hate my life, пишет Ари. На боте притягивает замечательный трэш, будет стан об стенку от войны. Да, идет стан, очередной килл трэша. Прожимает, кстати, свой катлас
Вейн, а вот Трэш решил просто давить сам. Я думал... Неужели это будет первый килл? Нет. Ой, отлично отыгрывают, Вейн все-таки убивает, еще щиток, но не тут-то было. Да, все-таки очень много, ну, башня вносила немало урона, и я думаю, сейчас Ари на миде умрет, но... Но как-то плохо отыгрывает Зерат, он не попал из троих, дал 4 спелла, вот уже не попал ни одного, и наконец-то начинает попадать, а на топе Кикис дерется с Джейсом. Я думал, будет давить. Да, будет давить, убивает он Джейса. На миде тем временем еще Шук забирает Ари, и счет становится 16-1. Просто разгром какой-то для немецкой команды. И еще один Таур сейчас может упасть. По левелам там все очень печально. Разница просто колоссальнейшая. По-другому это сказать невозможно. Ну да. Думаю, 8 тысяч на 10 минуте. Почти 9. Наверное, разница есть. Ну и вот, делаю тред для Хикарима. Хикарим проходит, и как-то они пропустили его, в общем-то. Что у нас на войне? На войне у нас уже почти Боттерк. Сейчас мы посмотрим на голду. 250 голды и Боттерк. Кикис начинает драться с лоу хп против Джейси, если он успеет его убить, он... О боже, у него было 150 хп, и он успел убить флоу Джейси, драка на боте, Хикарим своей ультой просто убегает, тем временем Ксерат на миде забирает Ари, и вот Вейн одна бежит за двумя и убивает Хикарима, я думаю, умрет сейчас еще и Кейтлин, да, умирает Кейтлин, потому что Ксерат замечательно использует свою вэшку и попадает кушкой, не помню, как и она это называется. Это Эйс. 21-1, счет, ну я даже не знаю, столько раз я говорю этот счет, но он действительно просто зашкаливает. Не, ну, разница все-таки колоссальная в скилле, так что неудивительно, что команда Маус настолько сурово избивает своих соперников. Ну да, Эйс на 12-й минуте, это норм. Это так, норм. Так, небольшой перерыв у нас такой, затишье, потому что экшен у нас, по сути, проходит по всей карте. Вот Джакс вообще... Смотри, на топе сейчас у нас будет интересный экшен. Там Кики с 1 марта просто Trinity Force я собрал. Смотри, что сейчас будет. О, боже, какой дэмэдж он дает. Попадение еще шарма Матари. Интересно, сможет он, будет он драться? Будет драться про один против троих. Убивает он уже Джесси. И сколько там КД? Через секунду будет прыжок, даблкил. Он забирает все-таки Ари. Я думаю, если Хикарим не начнет убегать, он тоже умрет. До Counter-Strike Трайка 2 секунды, нет. Совсем чуть-чуть не хватило. И вот тут трэш. Трэш, красавец, пришел, отомстил за Джакса. И забрал синий баф назад. Ну что ж, а на боте Шук развлекает Кейтлин и Леону вместе с войной. Неплохо у него это выходит, но понятное дело, что немецкая команда сейчас играет на демо-ралли, потому что когда... мидер твоей команды пишет полчат и hate my life. Я думаю, он не очень в хорошем настроении и настроен побеждать. Идет драка на боте, умирает Леона. Отлично, отбрасывает Вейн назад Леону, и это очередной килл. Там, Леона как-то... Смотри, с флеша на миде входит Сират. Дает много дэмэджа, но он промазал одним скиллом, а вот не промазал бы, убил бы, но дает Игнайт. Кстати, попадает шармом и килл Ксерата. Заигрался. Ари, молодец, в 7-4 тебе 5. Мне интересно, что собирает себе трэш. Ну, явно не предметы для суппорта. Очень интересно. Ну, скорее всего, какой-то наш ртус он берет себе. На боте огромное расстояние пролетает Шук. Еще к варду подлетал, хотел ультой выбить Кейтлин, но Кейтлин как-то спаслась. Конечно. Не сказал бы, что это прям спасение чем-то помогло. Static Shift покупает себе трэш. Идет стан от войны на боте. Вместе Шук замедление дает. Будут ли давить? Будут. Шук впрыгивает давить. Какая-то интереснейшая ульта после суперфлэш от Хикарима. Тем не менее, убивают Шука. Вейн забирает Хикарима. Сейчас убьют Леону. Ари начинает распрыгиваться своей ультой. У Шарпа нету МП. И он тоже умрет, к сожалению. Да, он умирает. Шатдаун. Оформляет у нас Кейтлин, получает дополнительную голду.
28-5 на 14-й минуте. Интересный счет. 12 тысяч разница в голде. И уже просто-напросто издевается. Команда стрит... Смотри, дэмэдж Хикиса просто ужас. Барьер, по-моему, на одно. Нет, ты бы видел, что трэш на топе сотворил, но это просто тоже было очень красиво. И тут ничего не скажешь. Так что... Хороший саппорт, который убивает топера один на один. Ох, на миде очередной стан от Ксерата и просто по нему. Два Морелла на Мекона покупает себе Ксерат, он просто решил 40% колдауна убрать, да, и на этом, чтобы все закончилось. Падает очередной. Вот, например, Джесси пишет, ты не видишь, он пишет? Нет. You make me to think about uninstall this game. Ну, в общем-то... Мои эти предчувствия по поводу того, что команда развалится, сбывает. Врывается на миде, там просто разнос, два против троих, да, подходит еще Кэтлин. Смотри, умрет Леона. Попадает Сирата сейчас своей кушкой, тем временем Джек забирает себе Дрейка в соло. И сейчас Кейтлин еще умрет, да, умирает, Ксерат делает еще один килл. И Вейн идет просто сама давить, и, в принципе, ей это можно делать, очередной килл для Вейны. В принципе, Вейн 11-2, 9-1 Ксерат идет, 8-1 Джакс, и... Но лучший игрок трэш, 2-0-10, фармит 58. Да. Так, и вот этот Хекарим решил, что пора время мстить, но как-то он... Как-то Шук его очень сильно наказывает за это дело. Очень много урона вносят. Просто беспощадным Mousesports в этом матче. И смотри, трэш опять красавец. На топе еще и Вейн подходит. И я думаю, что для Джейси это... Вот умрет трэш. Да, умирает трэш. И Вейн почему-то убегает. Я бы не убегал на ее месте, наверное. Посмотри, какой там, какая разница в голде. Давай, кстати, посмотрим. Просто ради интереса. Разница в два раза. 16 тысяч. Не, между AD Carry. 8150 у Вейн и 4300. Ну, я думаю, 12 киллов сделать. Хотя им за убийство, наверное, дают уже несчастные копейки. Там за крипов каких-то и то больше дают. На топе тем временем Вейн одна против двоих. Overextend. И смотри, Blade of the Rune King, но не поможет. Все-таки... Там еще Джакс один в троих на миде пытается драться. Ну как один. Вот подходит Сират, и это ваншот просто Джейса. Много дэмэджа еще получает Ари. Тем временем Хикарим делает очень умную вещь. Пишет, перед тем, как мы проиграем, может, вы дадите пару советов. И это очень правильно, я думаю, это круто, когда люди не рейджат, понимают, что они играют, ну, их уровень игры немножко хуже. Отлично отыгрывает сейчас Кикис, за ним прыгает Хекарим, это его ошибка прыгает, и надо... Шук тоже просто, я не знаю, какие-то все такие прыгучие в этой игре. Все вообще распрыгались, растанцевались. Да, еще Леона тут готова тоже прыгать, она пытается хоть кого-то убить, но я думаю, что это было просто... Безрассудная идея для нее. Падает Таур у инхибитора на миде. И я думаю, что Джейси тут принял единственное верное решение — пойти где-то зайти с тыла. И смотри, неужели он заберет? Забирает он Ксерата, который просто стоял на месте и ничего не делал. Так, ну что ж. Посмотри на дэмэдж, который дает трэш. Я немножко в ужасе. Он просто взял и убил эту Кейтлин. И с ним ничего сделать не могут. Посмотри, идет драка 2 в 3. Саппорт и джанглер против всех кэрри. Вот они их немножко разминают или разбирают. Я еще не понял, что происходит. Много дэмэджа дает трэш. Идет станет Леон и забирает Рша. Тем временем Шук забирает Хекарима. Интересно, уйдет ли Леона. Да, Шук не хочет с ней гнаться. Леона отходит. Нет, Леона не хочет отходить. Она... намеренно защитить свой инхибитор, и тут появляется Кейтлин, я даже не знаю, нет, все-таки отфлешивается, и вообще там сейфгварды, все, юзает этот Шук, и все-таки удалось немного отсрочить падение инхибитора, но долго ли, сейчас Джакс, мне кажется, пропушит, Ари врывается с ульты, и я думаю, заберут. Еще и Шарман попадает, да, убивает Люсина.
Остается у них 10 секунд до момента, когда можно будет нажать. Но мне кажется, что они нажмут. Да, и я бы тоже не нажимал. Зачем? Хотя, сейчас все увидим. Нет, 20-я минута, видишь, еще не нажали, значит, все. 10 киллов против Mouse Sports. Команда из Silver лиги. Я думаю, для них это тоже неплохое достижение. Хотя, как мы уже говорили, кто-то там готов удалить игру после этого матча. Смотри, засада. Сколько? Четверо против двоих, но что-то мне подсказывает, что это не кончится добром для команды из Германии. Один уже погибает, это Кейтлин. Сейчас умрет Хикарим. Тут Вейн просто беспощадно, да. Видишь, тут он расстреливает всех и пытается Джейси слыша убегать. Он решил, пойду я к врагам на базу, прогуляюсь, посмотрю, что у них там. Но мне кажется, что Кикис его догонит. Ну, не Кикис, так Шук. В общем, сейчас его вдвоем разберут тут очень быстро и пытаюсь. Тут очень быстро. Наверное, моментально. Ну что ж, в принципе, все знали, что ожидать от этой игры, но для немецкой команды это очень хороший опыт. Вот сейчас Хекарим просто ваншотный забирает его Ксерата. Ксерат стакает Маджай и Трэш забирает очередной килл. Сколько трэш накилял? 9 киллов. Нормально трэш накилял. В общем-то, разбиваются товара. Хикарим спрашивает, может быть, команда Маус может нажать surrender, но не думаю я. Что они хотят это сделать, да? Да. Ну что ж, поздравляем, по сути, уже команду Mouse Sports. Это последние такие вздохи перед смертью у немецкой команды с длинным названием, но с сокращением. Будет квадро. Пентакил. Пента. Да, просто красавец, Джакс. Ну что ж, выходит следующий раунд Mouse Sports. Мы их поздравляем. Так, и сейчас короткое тоже интро.